Бедность не порок, пословица гласит. Порочным ленивым оставивши лазейку. Нежится и чешется природный паразит, не пашет вовремя и ревностно не сеет. Отходит он в отхожее ненужным, к нему за помощью никто не постучится. В его жилище вход нуждающимся сужен, запачканного здесь не преобразует чистых. Есть нищета телесная, причины есть тому, нужда, пожар, воры и ограбление властью. Заплаты нет хотя бы починить сумму, и мало кто житье таких сумел подсластить. Строкой бегущий праздничный обед, хотя трудясь так редко просыхает, и не дается грамота, приходится корпеть. Вы видели таких? Не раз о них слыхали. Так помогите же, ослепшие в богатстве, услышьте же оглохшие от воплей. Не принуждайте алчущих вновь за дубины взяться. Внезапно революция, и ваш гарем потоплен. Но в бедности телесной разбогатей духовной, и страсться на молитву, писание исследуй. Провозгласят богатым уже не ради хохмы, к твоим столам потянутся за истинным исследом. Бедность не порок. К нам истирай порок. Мы с Соломоном мудрости духовной спросили. И столько заготовили своим потомкам впрок, и незнакомым только, но для всей России. С любовью уделяй по малому и в малом, рука твоя дающая никак не оскудеет. В паломники пробьемся со вселенским Павлом, обогативший мир по плоти был так беден. Обогащает Бог, и в бедности богатой найди себя беднейших и разорись на них. Есть в житиях примеры, богатство вдруг подкатит. Мы слышали и видели не только лишь из книг. 28 января 2009 года.